первых дней обретения независимости, консолидации казахстанского общества, обеспечения равноправного сосуществования всех этнических групп стали основополагающими направлениями национальной политики нашего государства. Сегодня национальное единство, общественное согласие, толерантность позволит народу Казахстана коренным образом продвинуться по пути экономического и социального прогресса. В нашей области, как в других регионах страны, проживают покорители целины, герои труда. Ел басымыз аткандай, бірлік бар жерде, тірлік бар жерде, бірлік бар. У казахов есть замечательная пословица: «Жолдасын хоптын, олжасы көп». Друзей много, шире дорога. И я рада, что на этой замечательной земле, которая является моей родиной, и я этим горжусь, у меня много друзей, у меня много единомышленников, соратников, братьев, сестер. Символично, что этот день, 1 марта, был учрежден именно президентом нашим Елбасы в день рождения ассамблеи, день благодарности ассамблея, оно перекликается. Звезды в окно.